Москве, на Тверской улице, в дешевых меблированных комнатах под громким названием «Англия» поселились двое. Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества жили скромно, ездили на этюды, ходили в музеи. Вместе делили житейские горести и творческие радости. Одним из начинающих художников был Исаак Левитан, другим, по выражению Михаила Васильевича Нестерова, общий любимец Алексей Степанов, Степочка, как все его звали, лучший после Серова анималист. Скромный и замкнутый Степанов мало рассказывал о своем детстве. Затаенную тоску художника по рано ушедшему отцу, участнику обороны Севастополя, приоткрыла его картина «Отец и сын». Несбывшаяся мечта о семье, о родительском доме угадывалась в эскизе «Бабушка печет блины». За нее Алексей Степанов получил первую свою награду. 5 рублей серебром на краске. Спустя много лет он поместит дорогой ему рисунок под новым названием «В родном гнезде» в маленькой книжке для детей картины из русской природы и быта, вышедшей в издательстве «Савы Мамонтова». Поначалу Алексей Степанов был скорее жанрист, нежели пейзажист. Но с приходом в училище Поленова, уже автора «Московского дворика» и «Бабушкиного сада», Степанов с радостью принял его позицию. Прекрасное, простом и обыкновенном. И в незначительном, считал он, можно найти глубокий смысл, незаметный поверхностному взгляду. Поры природе на картинах Алексея Степановича Степанова принадлежала столь значительная роль, что часто трудно было определить, пейзаж это или жанровая картина. На передвижной выставке 1891 года картину «Журавли летят» встретили с восхищением. Критики отмечали, в ней сфокусировались прежние достижения и определился дальнейший творческий путь автора. А быть может, успех этой картины объяснялся просто любовью художника к этим крестьянским ребятишкам, что собрались на обогретом солнцем пригорке. Смотри, в небе журавли летят, высоко. Откуда они летят-то? Из теплых краев ведомо. Видишь, тепло пришло, так они и летят к нам. А по что они кричат-то? Весне радуются, да лето кричат. Скольких таких ребятишек в лаптях и анучих, в бедных заплатанных одежонках видел Алексей Степанович, странствуя с этюдником по Оке, Каме, Северной Двине, путешествуя по Волге с другом своим Исааком Левитаном, живя в плёте. Еще не просохли болотца и лужицы после стаявшего снега. Пробивается трава, зеленым пухом одеваются леса, в бездонной лазури неба кричат птицы. Пусть действительность убога и бедна, но в картине сердечное слово о русской природе, о русских людях. Степанов любил русский пейзаж, деревенский быт, простой люд, детей, и все платили ему добрым чувством.
У Алексея Степановича было одно пристрастие. Ученик Перова и Брянишникова, страстных охотников тургеневского типа, художник до конца своих дней не оставлял охотничьего жанра. И именно в искусстве Илариона Михайловича Брянишникова истоки творчества Алексея Степанова. «1888 год. Антон Чехов Алексею Суворину. Сопроводительное письмо к иллюстрациям Каштанки. Рисовал художник Степанов. Ярый охотник, изучивший собак до тонкости. Изобразить помесь такса и дворняшки – задача нелегкая, но Степанов, как видите, решил ее блестеть». Знакомство Степанова с Чеховым привело не только к сотрудничеству. У живописца обнаружилась редкая манера письма, поэтический лаконизм, как у Антона Павловича. В 17-й выставке товарищества передвижников экспонировали картину, покорившую всех. Ее сразу приобрел Павел Михайлович Третьяков. Василий Дмитриевич Поленов писал жене: «Интересная, поэтичная и очень оригинальная вещь Степанова – лось. До него животных чаще всего трактовали в пределах отношения к людям. Степановские лоси – прекрасное творение природы, важное и ценное само по себе». Картина сделала его одним из лучших анималистов. И Валентин Александрович Серов, преподававший в училище живописи, ваяния и зодчества, на ученом совете настаивал: «Лошадки, собачки – это уж надо Степанову отдать. Это его дело. Это он лучше всех умеет». В бесчисленных прогулках Алексей Степанов находил сюжеты для своих поэтичных пейзажей, оживленных присутствием человека. И тем теплым весенним днем, выйдя из рощицы, увидев стайку деревенских ребятишек на лугу, летящих мне меж журавлей, он начал писать свою лучшую картину «Журавли летят».